Любое государство имеет один язык, правильно? Есть государственный язык, правильно? Неважно, на каком языке человек разговаривает, важно, что он говорит. А при введении румынского языка становится принцип важным, что ты говоришь на румынском. А то, что ты глупость говоришь, это не важно, понимаете? Я считаю, что должны, во-первых, определиться, какой должен быть язык, либо молдавский, либо румынский, но я за румынский. Это один и тот же язык. Или они, другие говорят, что там молдавский, другие говорят румынский, но это один и тот же язык. Румынский язык принес много бед молдавскому народу. Но вы за двуязычие или за один язык? Я за один язык. Чтобы не было всяких путаниц, разногласий, я за румынский язык. Румынский язык, если исследовать все вопросы, начиная от банка, как обманывать с помощью румынского языка в банке, как обманывает с помощью румынского языка в суде, понимаете, там самое. Это целая система тотального обмана язык принес, понимаете? То есть вы считаете, что введение румынского языка как национального – это своеобразное оружие? Да, это оружие порабощения этого народа. Молдова должна говорить на молдавском языке, а румыны должны говорить на румынском.